Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Сегодня у нас ритуал, посвященный богине изобилия, богине счастья, богине фортуны. Будем молиться об изобилии, просить, чтобы она нам разрешила увидеть возможности и побыть в этом счастье, побыть в этом изобилии. Все те, кто записался на ритуал, с ним я работаю лично. Все те, кто просто его смотрит, можете просто соприкоснуться с этим ритуалом. И всех, естественно, приглашаю на личные записи. Ссылки будут прикреплены под этим видео. Так, мы начинаем. Немножечко настроимся на музыку изобилия, что все в жизни изобильно. В жизни все изобильно. Садитесь поудобнее. Скрестите ноги, можно сесть в позе лотоса. Ритуалы мои медитативные, потому что мы будем наполнять наш божественный сосуд, наше тело этой энергией богатства, счастья, удачи, успеха и изобилия. Если сидите на кресле, чуть-чуть скрестите ноги. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Буду произносить имя, говорите имя в процессе работы, в процессе ритуала. Скрещиваем ноги, выпрямляем спинку, закрываем глазки. Дышим, напоминаю, вдох носом, выдох через рот, через диафрагму, наполняя животик. Вдох. Выдох. Мы будем наполнять божественный сосуд, наше тело, энергией счастья, любви, благодарности и изобилия. Богиня изобилия, а богиня фортуны, богиня удачи. Услышь, богиня, наш призыв. Пусть каждому сияет солнце. Осыпай нас золотым дождем. Мы пришли к тебе с просьбами, с прощениями и с прошениями. Прими нас. Осыпай наши сердца счастьем. Осыпай наши головы золотым дождем денег. Пусть наше сердце бьется сердцем Вселенной. Мы увидим богатство. Мы увидим, что ангелы касаются наших душ, что они нам приготовили дары, и эти дары для тебя. Вдох, выдох. Все есть твое. Найди и бери. Мы принимаем твою божественную благодать. Мы принимаем счастье, удачу. Мы принимаем Манну Небесную. Вселенная изобильна. Денег в мире много. Счастья в мире много, удачи в мире много. В этой вселенной возможно все. Мы принимаем это изобилие. Изобилие, войди в наш божественный сосуд. Вдох. Выдох через рот. Через чакру Сахасрара входит божественная энергия богини Фортуны и освещает нам путь. Мы начинаем слушать и слышать интуицию. Через чакру Сахасрара ангелы указывают нам путь. Они нам подсказывают, куда идти, где увидеть и услышать все эти возможности, где их понять, где их принять. Вы чувствуете, как очищается ваше сознание. Энергия богини переходит в чакру Аджны. С закрытыми глазками
Посмотрите сейчас сквозь лоб. И увидите путь счастья, любви и изобилия. Мы принимаем твои дары. Вселенная изобильна. Дай нам возможность увидеть. Дай нам возможность почувствовать. Дай нам возможность познать. Познать, что и так можно. Чтобы мы знали, к чему стремиться, куда идти. Укажи нам этот путь. Чтобы мы увидели счастье и удачу. Останови, когда надо будет. И покажи, укажи, дай нам путь, дай нам знак и дай нам знать. Вдох. Выдох. Войди в божественный сосуд и помоги, почисти нас, освободи от скверны, которые мешают увидеть изобилие Вселенной. Возвысь и перенеси нас на другой уровень, на уровень удачи, счастья, любви и успеха. Перенеси имя. И благослови нас своей любовью, своей благодатью. Мы принимаем все дары. Денег в мире валом, счастья в мире валом. Удачи, изобилия, успеха, радости, веселья в мире много. Мы хотим жить в этой гармонии. Услышь нас, богиня изобилия и удачи. Прими наши дары, как мы принимаем твои. Мы в изобилии, мы в отдавании. Будь же к нам благосклонна, богиня удачи и счастья. Вдох. Выдох. Мы переходим на горло, чакра. Вишудха. Напоминаю, мы концентрируемся на чакре, на чакрах со стороны позвоночника. Чакра Вишудха открывается, она расцветает, распускается, как лотос, и принимает дары. Посмотрите, насколько она изобильна. Вы можете увидеть ее. Чакра Вишудха, чакра творчества, которая нам дает счастье, богатство и успех. То, что мы говорим словами, и то, что мы можем высказать, выявить и проявить через свои мысли, дело ли, слово ли, оно нам открывается. Мы говорим успешно и удачно, и мы создаем через эту чакру. Высшая сила почистить чакру Вишудху, чтобы освободить от скверны и принести удачу нам. Иди удачу в наш божественный сосуд. И не оставляй нас, помогай нам. Дай счастье, любви, изобилие. Имя. Не забываем дышать. Переходим к сердцу, к чакре анахата. Со спины сконцентрировались на этой чакре. Почувствуем, как нам легко дышать. Как энергия изобилия освещает наше тело. И дает нам возможность увидеть это счастье и взять его. Вдох. Выдох. Войди в наш храм и освети его изобилием, богиня удачи. Помоги нам увидеть счастье, удачу и успех. Освети наш путь, освети наши сердца. Мы принимаем тебя. Принимаем любовь твою. Чувствуете, как вам легко дышать, как ваше сердце бьется с любовью. Если вы любите, то и вас все любят. Изобилие, удача и успех. Само все идет в руки. В этой вселенной возможно все. Чтобы стать богатыми, это возможно. Чтобы стать счастливыми, это возможно.
В этой вселенной возможно все. Открой нам эти возможности. Вселенная изобильна, богата. И для меня хватит места под солнцем. Я расширяю это пространство. Я имею право жить. Я имею право любить. Я имею право быть богатой. Я имею право быть счастливой. Я есть. Повторяйте, я есть. Я есть. Имя. Я есть. Я имею право быть. Я имею право жить. Я имею право любить. Я имею право на изобилие. Потому что Вселенная изобильна. Вселенная изобильна, потому что я есть. И я есть. Я вклад в эту Вселенную. Я пришел, и я слышу тебя. Я вижу тебя, Вселенная. Увидь меня, услышь. Ничто не стоит одной песчинки дать это изобилие. Оно чрезмерное, и на меня хватит. И на меня хватит твоего изобилия. Осыпь нас богатством, счастьем, щедростью, удачей и любовью своей. Одари нас. Одари имя. Пусть счастье и удача входят в наши сердца, в наши тела. Мы своим бытием будем создавать это счастье. Вы чувствуете, как вы наполняетесь удачей. Успех, благополучие, изобилие живет в нас. Мы открываем это сердце. Мы открываем это счастье. Мы открываем эту удачу. Сердце распускается, чакра, как цветок в лотосе. Принимает любовь, отдает ее. Вселенная изобильна любви. И деньги приходят через эту любовь, приходят через эту чакру. Вдох, выдох. Мы переходим к чакре Манипура. Страна солнечного сплетения. Со стороны позвоночника. Помоги нам управлять своей жизнью. О богине удачи, богине фортуны. Освети, почисти эту чакру. Вы чувствуете, как туда льется свет. Как эта чакра освещает тело. Как вы сами управляете своей жизнью. Вы идете туда, вы сразу выигрываете, сразу побеждаете. Сразу получаете удачу. Сразу получаете успех. Случайности не случайны. Просто потому, что вы творец своей судьбы, и вы притянули это счастье, эту удачу и этот успех. Вы притянули эту любовь. Вы сами взяли ответственность пойти туда. Вы взяли ответственность за себя, за свою жизнь, за свою удачу. Вы мыслите по-другому, чувствуете по-другому. Войди в божественный сосуд, богиня удачи, успеха, радости, благополучия. И туда, куда бы вы ни пришли, вы создаете изобилие, создаете деньги. И оно вам возвращается с благодарностью. С благодарностью от этой богини. О том, что вы несете ответственность за себя, за свою жизнь, за свои деньги. Вы их приумножаете. Вы приумножаете удачу. Приумножаете успех. Приумножаете счастье. Приумножаете. Приумножь, богиня изобилия. Имя. Приумножь нам счастье, приумножь нам деньги, приумножь нам любовь. Мы берем эту ответственность, мы идем туда и получаем счастье, радость, успех, изобилие. Куда бы мы ни пошли, нам везде везет. Мы видим эти знаки твои, мы их считываем, и мы идем туда, куда ты укажешь и подскажешь нам. Мы переходим к чакре
Сиддхистана. Вдох. Выдох. Со стороны позвоночника концентрируемся. Нижним половым чакрам мы переходим. Это крестец. Наполни нас здоровьем, внутренней силой. Силой счастья и силой уверенности в себе. Богиня фортуны, богиня изобилия, открой, освети эту чакру, чтобы мы чувствовали, чтобы у нас это была способность предчувствовать всем телом, всем организмом, всем своей энергией, что там безопасно, что мы доверяем тебе, мы доверяем Вселенной, доверяй нам, дай возможность нам, открой дороги, дай возможность зарабатывать, много зарабатывать, дай возможность получать много денег. Пусть они приходят сами по себе. Вселенная изобильна. Я достойна жизни, я достойна богатства. Я достойна изобилия, процветания, благополучия, достойна счастья, любви и успеха. Я имею право жить, я имею право на деньги. И на моей улице будет праздник. Защити нас, богиня изобилия и фортуны. Дай этой стабильности, чтобы мы были счастливы, чтобы мы получали успех. И радость от жизни, в том изобилии, в котором мы живем. Помоги нам увидеть эти знаки. Обезопасни нас от несчастья. Открой нам дорогу на счастье. Мы доверяем тебе. Мы доверяем тебе нашу судьбу. Я в доверии. Имя. Мы доверяем. Мы доверяем и открываемся тебе. Как мы приносим дары, так и нам приносят дары. Вдох. Выдох. Улыбнись нам, фортуна. Мы слушаем и слышим тебя. Мы смотрим, глядя в твое сердце. Будь нашей покровительницей, будь покровительницей счастья и удачи. Пусть нам фортуна сопутствует, встань рядом с нами. Мы просим тебя, встань рядом со мной, имя. Дай нам изобилие, куда бы мы ни пошли. Мы переходим к чакре Муладхара. Чакра Муладхара, безопасность и наслаждение. Мы чувствуем, как высшие силы осветили чакру Муладхара и весь наш божественный сосуд, все наше тело, весь наш организм наполнился этой энергией. Защити нас, будь с нами, ходи с нами. Чтобы мы чувствовали себя уверенно, чтобы мы чувствовали себя счастливы и богаты, и чтобы мы своим бытием притягивали к себе счастье и удачу. Высшие силы, богиня фортуны, помоги нам. Дай нам изобилие, дай нам счастье, дай нам радость, дай нам успех. Мы благодарны тебе, мы тебя благодарим и ждем благодарности от тебя. Ты великая мать в проявлении счастья. Позволь нам быть счастливыми, позволь нам быть в любви, позволь нам жить в любви. Я имею право любить, я имею право на счастье, на любовь, на благополучие. Я есть. Имя. Я есть. Я есть. Я имею право принимать дары. Я имею право на изобилие. Пусть деньги текут беспрепятственно в мою жизнь. Я своим бытием создаю счастье, удачу, изобилие и благополучие. Можете открыть глазки.
поблагодарить богиню Фортуну, написать свои имена под этим видео, чтобы каждый раз, кто запускает это видео, активировались имена, ваши прошения, ваши молитвы. В комментариях можете их оставить, попросить, что хотите у богини изобилия, что бы вы еще хотели. Здоровья, счастья, богатства, благополучия. Обязательно ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы подписываться, чтобы не пропустить новые видео. Запись на личные консультации по ссылкам под этим видео. Я желаю вам добра, счастья и изобилия. Я отключаюсь. Ритуал для тех, кто записался, будет завершен. Всех остальных благодарю и увидимся с вами на следующих ритуалах.